Друзья, всем привет, с вами Хелл, и это очередной выпуск античитера, так что если вам понравился выпуск, жмите, как всегда, лайки, подписывайтесь на канал. Всем приятного просмотра. Итак, друзья, звонит нам парень, играть на скины, да что? Да, что, привет. Что, проиграем на скины? Да, давай. Так, ну я тебе ссылку давал, добавил меня? Да, добавил. Все, окей, давай, скажу, добавил. Сейчас. Так, ну все, я тоже уже зашел расписался. Да. Сейчас, да, 5 секунд. Разминка там будет еще. Все дела. Давай. Ой. Да. Залетело. Блин. Это неважная какая игра. Сейчас попробую с пешкой поиграть. Не знаю, мне ее очень нравится. Да, ну смотря как стрелять, понимаешь? Кто умеет с ней стрелять, кто не умеет. Я, например, ну более-менее так могу с ней стрелять. Блин, серьезно, 6 хп. О, эмочку ты мне принес, спасибо большое. Ну ничего, сейчас я как ее принес, так ее и заберу. Так что это не проблема. Так. Push, push, push. Да. 9 хп, да как так, да? Что за херня? Теперь мне повезло. Вроде нормально стреляю, а получается как-то неважно. Ну бывает, бывает. Эх, блин. Тащает только третий раунд, что тут? Все будет. Как говорится, разыграться сперва надо. Ну смотри, чтобы не пришлось потом мне скин отдавать. Блин. Ой. Ой, блин. Стрельба какая-то не айс вообще. Да. Я тоже цели еще не играл. Только вот только сел. Так, сейчас попробуем раскидочки, все дела, что там. Может повезет, может нет. Я попробую. А! Чего-то не повезло тебе с раскидочками. Да блин, это все то, что в яме сидел, я все знаю. Так. Вот так вот. Сейчас берем самое мое любимое оружие. Так. Как говорится, полетели. А, так-то, а. Да, я просто чекал, стоял в шорт и лонг. Ты ж выходил так, присел, да и все. Так что все легко. Что не важно сегодня с моей игрой. Flashbang. Grenade out.
О, как ты красиво подошел. Ты не подрубил случайно? Да нет, ты чего, смотри, я вон нашивал там стену. Ты просто как раз вышел под пульку. Блин, жалко, конечно. Да. Не хочу проигрывать. Ну, ты сам написал сыграть на скины, так что... Блин, не знаю, на что идешь. Может, жалко, быть? Конечно, скины. Да чё? Со школьных обедов накопишь. О, это как? Ты пока стоял, там что-то делал, я быстренько забежал. Да там на базе потайной ход есть, я отвечаю. Да, черт, бред какой-то. Да, с того раунда еще там стою, не надо. Так. Жалко. Жалко. Так. Так потихонечку, тут никого нет. Да. Ох, конечно, как-то залетело. Ты что, там в том раунде стоял? Я так же самое. Так, возьмем авапку, попробуем что-то с авапкой сделать. Вместо авапки я купил Зевс, как всегда. Попробуй. Так. Так, чёрт, ты с лапки ни хрена не сделал. Сейчас я заберу себе еще лапку. Блин, не добежал. Долго целишься ты? Да блин. Ну так вот, подошел и все. Сейчас все будет. Так, сколько там проигрывает? 4 раунда нужно взять. Да, сейчас изи возьмем. Посмотрим. Хрена себе. Когда-то ты странно кидаешь хаешки. Да, так просто. Я думал, что ты там, видишь, угадал. Это интуиция. Сказочная тебе интуиция. Блин, я тут проигрываю. Ну, есть такое. Да, блин, серьезно, не перестрелял. Ну ладно. То есть все ко мне полетели. Ай! Да я слышал, ты вниз прыгнул. Здесь хп стоял, как так? Такое... Нельзя проигрывать. Так, чтобы взять. Возьму пока дигл, попробую с дюжом что-то. Нет, возьму калаш.
с одной пульки попробую убить. Попробуй, попробуй. Вдруг получится. Воу. Да, что-то... Что-то жестко. Сейчас получилось. Так, нормально все. Пока. Так, ну ладно. Последний. Последний? Нужно взять его. Потом будет с Юспи попробовать пострелять. Push, push, push. Ай. Да, видишь? Не повезло тебе в последнем. Да, да, это все скаут, потому что. Если бы не скаут. Ну, хорошая винтовка. В прыжке решает. Да. Бессмысленно. Сейчас начать. Ну, тогда тоже держим. Угу. Ну, если с пум буду, попробую чё к чему. Попробуй с пум. Ай. Да. Залетело. Сейчас за камбэчку. Изи. Не факт. Да. Так, ССГ 8. Да? С ней же играл, да? Понятное дело. О, это что такое было? Чё? А, ты там, лол. Да, это просто стандартная позиция замочных шквар. Да ты зашкварный какой-то тип. Ну нахер тебя. Ты, конечно, стреляешь непонятно. Да, нормально. Хир его знает. Ты еще не привык к таким игрокам. Так ты же раньше, видишь, кем-то Беркутом был. Да, да там изи было играть все равно. А тут что-то напряжку с тобой иду. Что-то жестко. Да по таймингу все, нормально все будет. Давай играем, че. Ой. Да, есть такое.
что-то не летит у меня. Последний патрон. Придется перезарядиться. Да-да. Ты попасть не можешь. Да блин, патроны на... Сколько нанесено урона? Чёрт, ты ни разу не попал. Какого? А... Что за хуйня? Что такое? Я в тебя вроде до хера раз попал из АВП, из тепла. Да нет. Почему ты не умер? Ни разу. Ни разу? Нет. Как ты меня надо убил, тем более с АВП? Сам подумай, она обычно с АВП с одного выстрела. Блять. Да я не верю, так, блядь, я ж попадал хоть один раз. Да нет, у меня 100 хп было и 100 брони даже. Да серва, походу, у тебя лагнул или что-то такое. Вот, знаешь, что херня. Что-то не везет мне сегодня. Да, будешь, походу, скин выкладывать мне. Да нет, ты шо. Я и скин — это две несовместимые вещи. Конечно. Что сказать, что сказать? Или я играть не умею, или что-то другое. Скорее, конечно, есть первое. Старая петушинская тактика есть. Чё, по 90 и будешь рашить? Да нет, ты шо. Ой. Ты был слепой. Я? Да нет, не был, ты чё? Я отошел просто влево и все. Да 100%. Да я тебе серьезно говорю. Я тебе не верю. Ты меня обманываешь. Да нет. Ты меня каждый раз обманываешь. Нет, черт. Ты что-то подкрутил 100%. Ой, нет. Да нет, ты что, я считаю, не хочу. Да 100% ты подкрутил. За них бан можно получить. Зачем мне это надо? Да, блядь, 100% ты подкрутил. Ну, пиксель видно было. Да какой пиксель? Что-то тут не ладное. Да все, последний раунд, дружище. Да ты не можешь так давать. Да не может быть такого. Может. Градиент. Да. Да сейчас я тебя убью что-то пару раундов. Ничью сделать 7 раундов. Подрубил ты 100%, мне так кажется. Да, ну, все, дружище. Как и договаривались, себя скинули. Ну что, давай? Ну давай, ща я тебе скину, скину. Давай. Да не буду я ничего давать, ты подрубил 100%. В смысле, да что, ничего не подрубал? Как я мог подрубить, если ты себя подрубил? Да я не знаю. Ты мог подрубить. Ну давай, давай, ну скин это, скидывай. Не буду ничего скидывать. Не, ну как, давай. Мы же договаривались, давай. Да я тебя даже не знаю. Ну и что, я тебя тоже не знаю, но мы договорились. Чё, давай, кидай запрос. Да иди ты нахуй. Да, в смысле иди ты? Да я тебе не буду нихуя скидывать, пошёл ты в пизду. Не, дружище, мы так не договаривались. Мы так договаривались как раз таки. А хочешь тебя обрадовать? Я тебя записывал. На ютубе хочешь оказаться? Ты чё, ебанутый? Нет, я серьезно. Не, блядь, не угораешь? Тебе канал скинуть? Да, блядь, чувак, ну не надо, заебал. Да? Только не вылажи, пожалуйста. Да почему? Блядь. Братан, ну не надо так делать. Да ладно, скидывай скин. Блядь, нет. Ну тогда я тебя выкладываю. Не хочу. Да давай договоримся.
по-другому. Так в смысле договориться по-другому? Что ты говоришь? Давай ты пойдешь нахуй, я не буду тебе ничего скидывать. Дружище, сейчас я дам ссылку на канал. А то я свой чист прописывал. Ну чё, давай на скины расходимся. Ну нахуй, не, братан. Ну, тогда до встречи, я тебя выкладываю. Иди нахуй, я тебя в ЧС скину, всё, давай, братан. Пидорас, ёбаный. Давай, давай, смешной ты. Да, ребят. We'll be right back.